Друзья, всем привет! Очередные три посылки с Китая. Пришли все они за один месяц. И вдогонку к ним пришла еще четвертая посылка, но они уже отдельное видео, потому что как только я ушел с почты, так мне пришла смс-ка, но я был уже далеко. Итак, начну я с самого важного для меня. Это детские ботиночки. Как известно, зима, холода. Зайдя в магазин детской обуви, прифигела цен. Я, конечно, понимаю, что у нас там девальвация и так далее. Я понимаю, что все у нас автоматически поднимает цену ровно, настолько в отличие от России, насколько просел доллар, а доллар падает и не продолжает останавливать свое падение. И даже при всем при этом за доллары на Алиэкспрессе купить детскую обувь значительно, значительно дешевле, чем покупать ее здесь. Видите, никакой коробки нету, есть просто упаковочная вот такая вот лента, упаковочная оболочка. И, естественно, как же без этого, китайская сварка в виде скотча. Итак, с вами ботиночки. Как и обещал, я вообще заказывал черный, чтобы был унисекс цвет. И заказывал с меховой подкладкой. Понятно, что, естественно, это не натуральный мех. Вот так вот выглядят сами ботиночки, индивидуально упакованные в некий полиэтилен. Заказывал немножко на вырост, потому что зима все-таки предполагает, что будет теплый носок, а китайцы предполагают, что размер будет ниже. Несмотря на то, что я измерил размер ножки у ребенка. Ну и в общем, вот так вот выглядит сама моделька. Модель шита добротно, подошва очень хорошая, не скользящая. Размер 23, визуально лапоть. Я сейчас специально схожу посмотреть. Вот эту обувь мы брали здесь, она сшита в Испании, судя по лейблу. На самом деле это может быть и не так. Но она 22 размера, и вот он 23 размер. Если вот так вот их прикинуть вместе, то видно, что он действительно больше. То есть, судя по всему, размер не маломерит, а размер действительно такой, какой он должен быть. Здесь, что мне понравилось, то, что шнуровочка это отдельная тема. Вообще так, для того, чтобы снять, можно использовать замочек. Мех, вы знаете, несмотря на то, что синтетика, он такой очень приятный на ощупь. Правда, вот он таким вот образом вылезает. Вы знаете, вот я никогда этого до этого не делал, но сейчас тот самый случай, когда я буду смотреть, синтетика это или натуральная шерсть. Вам, возможно, это в будущем будет полезно. Для того, чтобы проверить, синтетика у вас или натуральная шерсть, мы просто берем подкладку, немножко отщипываем, поджигаем ее. Вообще даже видно, в общем-то, она здесь каталась, и запаха практически никакого не имеет, только будьте аккуратны. Это шерсть. Это реально шерсть. Ну, по крайней мере, минимум вата, потому что никакого дополнительного запаха синтетики именно, никаких неправильных. Вот она пахнет, короче, как паленый волос. Можете взять свой волос, также запалить и пощупать. Так что вы знаете, на удивление добротная модель, натуральная шерсть в подкладе. Ну и правда, конечно, вот это вот само, но оно очень мягкое, вы знаете, как будто натуральная кожа. Сейчас достаточно тепло, правда. Нигде никаких ниточек, ничего не торчит. В общем, модель очень добротная, без супинатора подошва, обычная плоская. Сделана на клею, клей здесь вот, ну, его плохо будет видно на камеру, я знаю. Тем не менее, клей здесь есть, она не прошита, но так вполне, мне кажется, сезон себе отходит. Прикольная молния с медвежоночком, видите, да. Так что, вы знаете, у этого продавца однозначно можно брать обувь. Идет она размер в размер, но на всякий случай измерьте ногу своему ребенку. Имейте в виду, что все-таки зима предполагает то, что будет еще теплый носок. А так, я думаю, даже на достаточно прохладную зиму ребенок не замерзнет в такой обуви. И что самое важное, не подскользнется. Подошва очень мягенькая. То есть, если бы я выбирал зимнюю резину, такую бы резину я взял, потому что она такая мягкая, а, как вы видите, рисунок достаточно мощный. То есть, даже если наступит налет ребенок, то он сильно, по крайней мере, не подскользнется. Естественно, поедет, куда же без этого, лед не ест лед. Осталось только их примерить, но визуально мне вот прям они нравятся. Единственное, возможно, мы немножко переборщили с размером, но в конце концов сейчас только сентябрь, у нас в Казахстане зима приходит не так рано. Итак, примерили мы обувь, да? Топай, покажи. Топай. Вот.
Ребенку нравится. Единственное то, что размер, с кем мы взяли, великоватый, 23, то есть они действительно размер в размер идут. Еще и кошке тоже нравится. И второе, это подъем низковат. То есть, если есть проблемы с подъемом, то мы аккуратно, мы с трудом резали, несмотря на то, что они больше, чем нужен нам размер. Побегай. Самое главное, тебе нравится? Тебе нравится? Что ж, вот такие вот ботиночки, как они на ножке сидят, вы сейчас тоже уже увидели. Поэтому ставим лайки. Этого продавца я однозначно рекомендую. Можно и нужно брать эту модель. Тем более, что она стоит, ну, действительно недорого. Я взял ее в пределах $13. Что несравнимо дешевле, чем брать, если, допустим, ну, у нас в Казахстане. Если в России, вы, мне интересно, даже пишите в комментариях, сколько у вас стоит детская обувь, если вы сталкивались. Потому что, ну, действительно, цены, которые я вижу, допустим, то же самое Котофей, если брать, какие-то просто неадекватные. Ну, на этом всем спасибо, всем пока, до новых встреч, ставим лайки, это важно для развития канала. Доброго времени суток, это канал Цель Китая, с вами Саня. Забрали мы посылочку с почты только что. Вот, покупала племяшки ботиночки, должны быть желтого цвета. Китаец вообще не указал здесь стоимость, но покупали за $13.50. Вот, шли они к нам 40 дней, но опять же здесь нету почему-то самой этой бирочки, на которой указывается срок отправления. Вот, сейчас откроем, посмотрим. Что это, как это? Вот, ну, очень приятно, китаец даже не указал стоимость на этот товар. Так. Цвет вижу, цвет желтенький. Такие вот у нас ботиночки. Пленочка пупырчатая. Но очень красиво они смотрелись. Я надеюсь, здесь тоже очень все красиво будет и хорошо. Немножко они помялись. Когда шли к нам, вот, вот так вот они такие желтенькие, лакированные. Вот, я надеюсь, это все выровняется. Вот. И здесь вот такой вот лейбл у нас. Теснение. Ну, достаточно все хорошо сделано. Резина довольно мягкая. Ну, то бишь, ребенку, я думаю, будет очень приятно в них ходить. Вот, здесь вот такой вот замочек. Очень хорошо расстегивается. Он застегивается, чтобы ребенок сам смог. Здесь подклад. Вот. Ну, все очень хорошо сделано. Скажем так, мне очень даже нравится. Вот, если вот смотреть. Не знаю, как правда, как за ними будет ухаживаться, потому что дети всегда же бегают, падают, и здесь вот, соответственно, где-то будет подёртости, потёртости какие-то. Вот, но первое время супер, просто ребенок будет самый красивый в классе, в группе. Вот. Все, ссылочка будет под видео. Всем огромное спасибо за лайки. Всем пока. Всем привет. Сегодня пришла мне посылка очередная с Алиэкспресса. Это зимняя куртка за 3000 рублей. Вот. Значит, давайте ее посмотрим. Я уже ее вскрыл. Показывать, как скрывать, я не буду. Вот сама куртка, самый ионный мех. Вшита, кстати, она нормально, хорошо. Когда я заказывал эту куртку, я в первую очередь смотрел на комментарии, на отзывы, потом
общался с продавцом, чтобы эта куртка мне влезла со свитером моим, потому что, мало ли, не влезет, будет узко или там мало. Вот. Сама, значит, куртка. Куртка сшита качественно, материал плотный, нитки нигде не торчат, значит. Продавец оказался общительный, он мне помог мне с размерами, без него бы я никак. Вот. Но таблица на сайте, которая есть, она тоже соответствует размерами. Значит, у меня размер, я заказывал XL, и все размеры совпадают с таблицей. Здесь вот рукава 68 сантиметров, длина 75, плечи 48. Вот. Значит, насчет карманов. Карманы, их много, они глубокие. Потаенный карман глубокий, в него убирается спокойно паспорт. Вот, боковые карманы глубокие. Кошелек с деньгами, еще ключи вмещаются спокойно. Значит, на груди у меня есть тоже карман. Но он уже поменьше. Здесь можно положить телефон там или кредитную карточку. Вот. Что еще? Все написано по-китайски. Вот здесь вот что-то еще на китайском. Эту курточку можно носить без капюшона. Она отстегивается. И, пожалуйста, также легко можно ее и пристегнуть. Вот. Ну, такая куртка. Ссылка будет под видео. Еще вот здесь вот есть такой лейбл китайский. Ну все, друзья. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал.